Меня зовут Свип, я из Германии, и я травматолог, хирург. У меня вопрос господину Михайловскому. У нас большой опыт коррекции самоконечных ситуаций с помощью гексапода. То есть мы корректируем сколиоз в растущем организме у подростков. Можно ли исправлять методами, которые вы используете, как гексапод? То есть полуступенчатый метод коррекции, возможно ли? Я не совсем понял, что вы говорите. I have not understood what you meant by the gradual. У него нет наушников, он не слышит. Это такая разработка по методу Элизарова, и мы постатейно исправляем, можно ли что-либо подобное делать в случае сколиоза. Конечно, и у детей, которые меньше 10 лет, используют векторный метод или что-то типа метода Маккарти.